по одному, вдвоем или вовсе втроем. Качели на новой площадке маленьким жителям Игершельда явно пришлись по душе. Тут очень хорошие качели. Мне вообще тут нравится. В первые дни лета у ребят самый настоящий праздник. На открытие площадки пришли даже пираты. Болтать нельзя, хихикать нельзя, дышать и моргать можно. Уютный уголок для детей на районе появился благодаря Владивостокскому морскому торговому порту и транспортной группе «Феска». Во время работы над проектом и выбора места ориентировались на запросы жителей. Особое внимание уделили качеству материалов. Детки – это же самое ценное, что у нас есть в жизни. И поэтому в первую очередь мы позаботились о безопасности этой площадки. А вообще для порта это уже третья детская площадка в районе Игершельда, которую мы делаем. Но это одно из направлений социальной работы ВМТП и транспортной группы в целом «Феска». Довольные родители. Теперь гулять с детьми можно у самого дома. Очень нравится, что она безопасная, резиновое покрытие, никаких не будет грязных штанов и так далее. Большое спасибо за эту площадку ВМТП и «Феска». Так держать! Этим летом новая детская площадка на Авраменко 2А явно будет пользоваться большим спросом.